Всем привет! Жилой комплекс Верхний Бульвар. Здесь мы устанавливаем скрытый плинтус. Ну, то есть, чтобы точнее быть, это алюминиевый профиль для скрытого плинтуса. Здесь получается, вот так он выглядит. То есть, сначала мы выровняли полы, а полы должны быть идеально ровные. Естественно, с помощью правила мы еще потом пробежались, посмотрели, где надо, подшлифовали с помощью болгарки диска. У нас подложка у нас 3 мм. Ламинат 10 миллиметров. Вот на такие подкладушки мы установили алюминиевый профиль. Потом штукатуриваем. Сейчас в коридоре покажу. Там еще не штукатурили. Вот здесь наляпки прихватили. Вот это вот дело потом оштукатуривается. Все на несколько раз. Так мы подходим к дверям скрытого монтажа. То есть видно, да? Вот и все у нас получается здесь четко. Это уже